задохнулись канонады, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, не забыть бы это, лишь бы не забыть. Как сходило солнце в гари и кружилась мгла, а в реке меж берегами кровь, вода текла. Были черными березы долгими года. Были выплаканы слезы, выплаканы слезы, жаль, не навсегда. Задохнулись канонады, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Вот опять пронзает лето солнечная нить. Только не забыть бы это, не забыть бы это, лишь бы не забыть. Товарищ капитан, это чтобы дорога показалась не длинной и не скучной. Спасибо. Честное слово. Ну, в честь нашей дружбы и признательности. Ну, Алексей Алексеевич, проводили тебя, как и быть должно. С сожалением, с любовью и уважением, с музыкой и вином. Привет, Россия! Высаживайтесь там, товарищ капитан, десантом. И приготовьте нам посадочную площадку. Скоро все свидимся. Перекуем. Меч генерала, и будет вечное царство мира. Ну, давай. До свидания, Алексей Алексеевич. Счастливо! До свидания, до встречи! Алексей Алексеевич, до свидания! Счастливо!
Может быть, вам не так будет скучно со мной, как одной? А я вас знаю. Вы из Бао, и вас зовут Маша. Дочь пространщика. Вы, кажется, себя сами так называли, потому что ваш отец служил в бане пространщиком. А? Только в Бао вы были в белом колпаке, разливали борщи, были веселы. А теперь вы печальны. Не надо грустить, Маша. Рекомендуется от утренней прохлады и печали. А? Гитлер капут. Солдат жив, табаком, сухим поджаренным хлебом и немного вином. Чистыми веществами, которые произошли от огня или сами могут родить огонь. Прошу, приносит счастье. Позвольте мне, милая Маша, поцеловать вас в щечку по-товарищески. Маш, ну я чуть-чуть. А то поезд сильно опаздывает, скучно ждать его. Потому что поезд опаздывает. Ну, я осторожно, я поверхностно. Но вообразите, что я вам дядя. Я вообразила уже. Вообразила, что вы мне папа, а не дядя. Вон как. Так вы позволите, а? Да отцы у дочерей не спрашивают. Качни воду! Что, у тебя машина или баня? Соображаете технику? Механик я. Давно это было. С тех пор, как и счастье уехало, будто осиротело. Даже не знаю, как теперь в гражданке жить без военных подруг, без летчиков. Я к ним привыкла, они любили меня как старшую сестру. Единственное, что может утешить и развлечь сердце человека, это сердце другого человека. Хорошие слова. Где вы их прочитали? А нигде не прочитал. Из себя. Правда? Надо же. Чувствуйте себя как дома, Маша. Ой. Ай, момент. Ничто в полюшке не колышится, только грустный
где-то слышится пастушок. Поезд, милая Маша. Прошу вас, товарищ капитан. И вы, товарищ гвардии сержант, уютно, как в международном вагоне. Тебя одну оставили. Если пожар, ведь сгоришь. Не сгорю, я открою дверь и убегу. Меня мама научила. Что? Пляши. Пляши, пляши. Ну чего ж ты? Демобилизовался. ТЧК. Выезжаю без промедления домой. ТЧК. Желаю как можно скорее поцеловать тебя и детей. ТЧК. Алексей. А что такое ТЧК? Отца и мать угнали из города немцы, и они погибли в неизвестности. И вот теперь остались у меня две тетки и сестра двоюродная. Непривычно как-то. Боязно к родным ехать. Иногда даже чужие роднее. А теперь, Алексей Алексеевич, помогите мне мешок заправить. И до свидания. Сейчас. Здравия желаю, товарищ капитан. Товарищ капитан, на сколько остановочку делаете? Да надо, давайте. На три. Добре. Добре, капитан. Прошу. Спасибо. До свидания. Ну, пошли. Зажигалки! 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 Валенки,
Не проходите мимо своей судьбы, не проходите. Если хотите знать свое будущее, обращайтесь к Аркашке. Аркашка, Наркашка. Смотри, какая красивая девушка. Она у вашей, у вашей. Ну, вот, так, так, вот, вот, вот. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Аркашка. Спасибо. Не проходите мимо своей судьбы. Ах ты, сорванец! Ну, я тебя сейчас... Ну-ка, тихо, тихо, папаша, спокойно. Да, посмотри. Тут здорово, а? А вы знаете что? У меня есть турецкий платок. Настоящий. Ну-ка. Кашемировый. Посмотри. Фу. О, о, вот это да. О, молодые люди! Моментальные фотографии. В память о нашем городе и о времени. О, пойдем. Пойдем. Подержите. Давайте я подержу. Ага. Ой, спасибо. Спасибо. Ну-ка, давай. Проходите, садитесь, садитесь. Удобнее. Ой, усаживайтесь. Так. Таких красивых клиентов у меня давно не было. Приготовились? Минуточку. Молодой человек, голову прямей, мужественней. Барышня, улыбнитесь, дайте социалистический реализм. Внимание! Улыбнитесь. 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 Шли отсюда. Улыбнитесь. 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 Чудненько. Момент. Снимаю. Застыли. Улыбнитесь. Улыбнитесь. Пусть не проспишь. У меня внутри будильник. Вы все молчите, а мне вот не по себе, что вы молчите. Чего я сказать-то могу? Слова все обычные, вокзальные.
обещаю вам вечно помнить ваш образ, милая Маша. Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, вы все равно забудете. Вся любовь происходит от нужды и тоски. Если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он бы никогда другого человека не полюбил. Я ничего от вас не прошу. Забудьте меня. Эх, дорогая моя Маша, где вы раньше были? Почему я давно-давно не встретил вас? Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня и вовсе не было. Номер второй, он благополучно едет? На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет. Сейчас поездов не ожидается. Лежали бы на койках и читали газету. Нет, они не могут. Надо посорить пойти. Мамоньки, становитесь на третью яму, я буду на первой. Не погиб, возвернется. А вам спасибо, что пришли транспорту помогать. Давай лопату. Держи. У меня тоска идет, не проходит. Думаю, вот с людьми побуду, сердцем отойду. Мы его не видал. А кто твой отец? Иванов. Иванов? Как же знаю. Только какой Иванов? Сержант Иванов или, может быть, старший лейтенант Иванов? Постой, постой. Это ведь не иначе, как сам полковник Иванов. Не иначе. Маршал? Нет, не маршал. Это хорошо, что не маршал. А то, понимаешь, я ведь к маршалам доступа не имею. И справок тебе дать не могу. Тут все Ивановы, мальчик. Вся Россия Ивановы. А ты, мальчик, чего здесь третий день околачиваешься? Я встречаю. Кого встречаешь? Ветер в поле. Иди, некого здесь встречать. Отец, что ли? Знать отец.
Отец. Ну, здравствуй, Петр Алексеевич. Здравствуй. Чего ехал так долго? Мы ждали, ждали. Это поезд, Петя, тихо шел. Ну, как там мать? Настя? Живы, здоровы? Нормально. А сколько у тебя орденов? 2 ордена и медали. А мы с мамой думали, у тебя места пустого на груди нет. А у мамы тоже 2 медали есть. Ей по заслугам выдали. А что у тебя вещей так мало? Одна сумка. А мне больше не нужно. А у кого сундук? Тому воевать тяжело. Тому тяжело. С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает. А я думал, бывает. Я бы в сундуке свое добро держал. Не то в сумке сломается и помнется. Давай сумку, сам понесу. Пошли. Хватит вам, а то Настя плачет, она не понимает. Настя, опомнись, кому я говорю? Это отец, он нам родня. Thank you.
Натягивай. Сейчас подъем на входе. Ага. Да не становись ты в растяжку-то. Ах ты. Топить? Топить не умеете? Ну, теперь уже не вывезешь. Учить, учить чертей вас надо. Заплакал стервец. Настя, опорожни кружку от картофельной шкурки. Мне посуда нужна. Ща. Поторапливайся, мать, поторапливайся. Живее. Ты видишь, у меня уже печь наготове. Привыкла копаться, стахановка. Сейчас, Петруша. Сейчас. Я вот только изюму положу и все. Отец, наверное, давно изюму не кушал. Я для него давно изюм берегу. Он ел его. Нашему войску изюм тоже дают. Гляди, наши бойцы, какие мордастые ходят. Они харчи едят. Настя, а ты чего села? В гости, что ли, пришла? Чисть картошку. К обеду жарить будем на сковородке. Одним пирогом всю семью не укормишь. Чего горишь по-лохматому? Ишь во все стороны ерзаешь. Гори ровно, грей под самую еду. Даром, что деревья в лесу на дрова росли. А ты, Настя, чего ты щепу в печь, как попало, насовала? Надо было ее уложить, как я тебя учил. Настя, и картошку ты опять чистишь по-толстому. А надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошки стругаешь? У нас от этого питание пропадает. Я тебе сколько раз про то говорил, а теперь последний раз говорю. А потом по затылку получишь. Петруш, чего ты Настя все теребишь? Чего она тебе? Разве сноровится нас только картошек очистить? И чтобы тебе тонко было, как у парикмахера, и нигде мясо не задеть. К нам отец приехал, а ты все серчаешь. Я не серчаю. Я по делу. Отца кормить надо. Он с войны пришел, а вы добро портите. У нас за целый год кожури от картошек. Сколько печи-то пропало? Если б свиноматка у нас была, можно ее за целый год одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам бы за это медаль дали бы. Видали, что было бы? А вы не понимаете. Люба, что ж ты мне ничего не говоришь? Как ты тут жила без меня? Как твое здоровье? Что на работе делаешь? Ничего, Леш. Ничего мы жили. Мы жили ничего. Так. Дети болели мало. Я их растила. Вот плохо, что я дома бываю только. Ночью. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Туда ходить далеко. Где ты работаешь, говоришь? На кирпичном заводе, на прессу. У меня же квалификации никакой не было. Я вначале разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только вот дети все одни и одни. Видишь, какие выросли. Все сами умеют делать, как взрослые стали. Хорошему это, Алёша, я сама не знаю. Ну, там видно будет, Люба. Теперь мы все вместе будем жить. Потом разберемся, что хорошо, что плохо. При тебе все лучше будет. А то я одна не знала, что правильно, а что нехорошо. И я боялась. Ты теперь сам думай, как детей нам растить.
Так значит, ничего, говоришь? В общем, настроение-то здесь было у вас. Ничего, Алёш. Все уже прошло. Мы претерпели. Только по тебе мы сильно скучали. И страшно было, что ты не вернешься. Что ты погибнешь там, как другие. Ты чего? Ты что, обиделась на меня? Доченька, да что ты? Совсем забыла меня. Ты же маленькая была, когда на войну-то ушел. Ты чего? Мама плачет, и я буду плакать. Ничего, успокойся. Чего вы все? Настроением заболели. А в печке жар прогорает. Сызнова, что ли, топить будем? А кто нам ордер новый на дрова даст? По-старому-то все. Получили и сожгли. Чуть-чуть сарай осталось. Поленьев 10. И то. Одна осина. Давай мать тесто, пока в печке дух горячий не остыл. Сейчас, Петруша, сейчас. Второй пирог яйцом забыла смазать. Ой, ну ладно. А ты не уедешь опять от нас? Нет, не уеду, Настенька. Перевек с вами буду. Врага неприятеля мы погубили. Пора вас с матерью подумать. Ты куда? Чай, посредством чего ездит механик? Посредством пара и колес. Нет. Истинный механик ездит посредством силы пара, помноженной на свою душу. Уловил? Уловил. К нам отец пришел, он с нами будет век вековать.
Что ж ты, Петр, крошки съел, а свой кусок пирога не доел? Ты ешь, ешь, мать тебе еще отрежет. Поесть все можно, а мне хватит. А он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя, глядя на него, тоже будет много есть, ему жалко. А вам ничего не жалко? Я хочу, чтобы вам больше досталось. А ты что, плохо кушаешь? На Петра глядишь? Ешь как следует. А то так и останешься маленькой. А я выросла большая. Ты зачем так делаешь? Хочешь, я тебе пирог маслом помажу? Не хочу, я сытая стала. Ну, ешь так. Ты зачем пирог отодвинул? А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Не ваш пирог. Я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет. А кто он этот, дядя Семен-то? Я не знаю, кто такой. Ходит к детям один. Его жену и детей немцы убили. Так он к нашим детям привык и ходит играть с ним. Как играть? Ну, что же он играет здесь у тебя? Сколько ему лет? А где же эти игрушки, которые этот дядя Семен с вами играет? Семен Евсеевич, он нам пользу приносит. Пусть живет. Что-то облака свинцовые плывут. Из них, должно быть, снег пойдет. Или на утро зима станет. Ведь что ж нам тогда делать? Картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нет. Ишь, положение какое. Давай одевать хлебные карточки на завтра. И талон на прикрепление. И еще талон на керосин давай. Завтра последний день. И уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла. Ищи теперь мешок, где хочешь. Или новый из тряпок шей. Нам жить без мешка никак нельзя. А Настя пускай завтра во двор за водой никого не пускает. А вот зима придет, вода ниже опустится. И у нас веревки не хватит бадье опускать. А снег жевать не будешь. А растапливать его дрова тоже нужны. Закусили немного пирогов, а теперь щи мясные с хлебом есть будем. А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить. Сразу станешь на учет, быстрее на тебя карточки получим. Я схожу. Сходи, не позабудь, а не то утром проспишь и забудешь. Да нет, нет, я не забуду. Одежды-то обносились, наверное.
старом ходили. А теперь обновки справлять будем. Я чинил на детях, что было на них. Да, твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешил на них. Денег лишних не было, а детей одевать надо. Ну, правильно сделала. Ты детям-то ничего не жалей. Не, не жалею. И пальто твое, что ты мне купил, продала. Ватники ходила. Ватник у нее короткий. Она ходит, простудиться может. Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать. Исправлю ей пальто. На базаре торгуют на руках. Я ходил, приценялся. Там есть подходящее. Без тебя, без твоей получки обойдемся. Чего балуешься? Зачем очки дядь Семен надела? Сними очки. Я через очки гляжу, а не в них. Еще чего? Я вижу. Вот испортишь глаза, я слепнешь. А потом будешь всю жизнь иждивенкой проживать на пенсии. Скинь очки сейчас, я тебе говорю. И брось варежки штопать. Мать сама заштопает. Или я сам возьмусь, когда оделаюсь. Бери тетрадь и бежи палочки. Сейчас. Забыл уж, когда занималась. А Настя что, учится? Нет, мало еще. Но Петрушка учит Настю грамоте. Он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петруша учит ее еще счету, а буквам я ее учу сама. Я пошел. Мне еще к завтраму дров наколоть надо. А ты пиши. Я приду, проверю. Thank you.
ты не проспи. Тебе завтра в райсовет. Не надо его ругать. Он добрый человек, он детей твоих любил. Не нужно нам его любви. Я сам люблю своих детей. Ишь, ты чужих детей он полюбил. Я тебе аттестат присылал. И ты сама работала. Зачем он тебе понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще? Ах ты, Люба, Люба. Я там думал о тебе совсем другое. Значит, ты меня в дураках оставила? Что ты, Алёша? Ну, что ты говоришь? Детей ведь я выходила. Они у меня не болели почти. И на тело полное. Ну и что же? У других он по четверо детей оставалось. И жили неплохо. И ребята выросли не хуже наших. А у тебя он, Петруха-то, что за человек вырос? Рассуждает, как дед. Значит, от него и забыл. Ладно, пускай, дед. Хорошо тебе было на готовых харчах. Зато он все самое важное и трудное в жизни узнал. От грамоты он тоже не отстанет. А кто он такой, этот твой Семен? И хватит тебе мне зубы заговаривать. Он добрый человек. Да что его, любишь, что ли? Алеша, я мать твоих детей. Ну, дальше. Дальше, отвечай прямо-то. Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно. Уже не помню, когда с тобой только. Я по тебе скучала, Алеша. Правда, дети при мне были, но они тебе не замена. Я ждала тебя все эти долгие, страшные годы. Мне по утрам просыпаться не хотелось. А кто он по должности? Где работает? Он служит по снабжению материальной части в нашем депо. Ну, понятно, жулик. Он не жулик. Я не знаю. А семья его погибла вся в Могилеве.
У него трое детей было, и дочь невеста была. Неважно. Он взамен другую, готовую семью получил. И бабу еще не старую, и собой миловидную. Так что ему живется тепло. Он детям о тебе рассказывал, Алеша. Он говорил детям, как ты воюешь там и страдаешь за нас. Они спрашивали его, а почему? А он отвечал им, потому что ты добрый. Вот он какой у вас, этот Семен Евсей. Не видел меня, а одобряет. Вот личность-то. Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтобы дети от тебя не отвыкли и любили отца. Ну скажи, а зачем ему это? Зачем? Чтоб тебя поскорее добиться. Что ему надо-то от тебя? А может, у него сердце хорошее, Леш? Поэтому он такой, а почему же? Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничем без расчета не бывает. А Семен Евсей часто детям приносил что-нибудь. Вот он каждый раз приносил. То муку белую, то конфеты, то сахар. А недавно он Насте валенки принес, но они не годились, размер маленький. А самому ему от нас ничего не нужно было. Нам тоже, Алеш, не нужно. Мы бы обошлись без его подарков, мы привыкли. Но он говорил, что ему на душе лучше, когда он заботится о других. Тогда он меньше тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его, это совсем не так, как ты думаешь. Все это чепуха какая-то. Не задуривай меня. Скучно мне, Люба, с тобой. А я еще жить хочу. Ты с Сенькой и Сенькой будешь. Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу, чтобы он не приходил. Так значит, было, если ты больше не будешь. Эх ты, Люба, Люба, все вы женщины такие. А вы такие, Алеша. Значит, все мы такие. Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огню породил для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая. Всем чужая мне в нищей милостыни просить не будет. Мне тоже было трудно, Алеша. А дома дети одни. Придешь, бывало, домой, дома не варено, не топлено, ничего. Дети одни тоскуют. Они ведь тоже не сразу хозяйствовать научились. Петрушка тоже мальчиком был. Стал ходить к нам тогда Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно, спрашивает, я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь. Я говорю, у нас тоже холодно, и дрова сырые. А он мне отвечает, ничего, у меня вся душа продрогла. Я с вашими детьми посижу. Утопить печь для меня не нужно. Я сказала ему, ходите пока, и детям с вами не так боязно будет. А потом я тоже привыкла к нему, Алеша. И всем нам было лучше, когда он приходил.
Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты у нас есть. Без тебя было так плохо и так грустно. Пусть хоть кто-нибудь приходит. Тогда не так скучно, и время летит скорее. Зачем нам время, Леш, когда тебя нет? Ну, дальше. Дальше что? Дальше ничего, Леш. Теперь ты приехал. Ну что ж, хорошо, если так. Ну, пора спать. Пошли. А Семен-то этот любил тебя, а? Подожди, я пойду Настю накрою. Никак не угомоняться. Помирились, и ладно. Матери на работу рано вставать. А она все гуляет. Обрадовалась не вовремя. Наверное, любил. Он смотрел на меня так умильно, я же видела. А какая я? Разве я хорошая тебе? Не сладкой была, Леша, надо было кого-нибудь любить. Ты бы хоть поцеловала его, раз уж такая задача-то у вас сложилась. Ну вот еще. Он меня сам поцеловал 2 раза, хотя я не хотела. Ну, зачем же он делал, если ты не хотела? Не знаю. Он говорил, что забылся и свою жену вспомнил. А я на нее немножко похожа. А он на меня тоже похож? На тебя никто не похож, Леша. Ты один такой. Я один, говоришь. С одного-то счета начинается. Один, потом 2. Так он мне только в щеку, а не в губы. Ну, все равно куда. Нет, Алеша, это не все равно. Что ты понимаешь в нашей жизни? Как это что? Я всю войну воевал. Я смерть видел ближе, чем тебя вот так. Ты воевал. Я по тебе здесь адмирала. У меня руки от горя тряслись. А работать надо было с бодростью, чтобы детей кормить и пользу государству против неприятелей фашистов. Я не стерпела жизни и тоски по тебе. А если бы я стерпела? Я бы умерла. Я знаю, Алеша, что я бы тогда умерла. У меня дети. Мне надо было почувствовать что-нибудь другое. Какую-нибудь радость, Алеша, чтобы я могла отдохнуть.
Один человек сказал, что он меня любит. И он относился ко мне так же нежно, как ты когда-то. А это кто? Опять Семенович этот? Нет, это другой человек. Он служит инструктором в райкоме нашего профсоюза. Он эвакуированный. Черт с ним, кто он такой? Так что случилось-то? Утешил он тебя, что ли? Нет. Я не узнала от него ничего. Никакой радости, Леша. А потом мне было еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она страдала. А когда он стал мне близким, ну, совсем близким, я была равнодушна. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я смогу быть спокойной, счастливой и отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, Алеша. Нельзя спасти себя для детей. Живи с нами. Нам хорошо будет. Сколько раз ты встречалась с ним, когда... Бывало, совсем близкой. Один только раз. Больше никогда не было. А сколько нужно? Сколько хочешь. Твое дело. Зачем же ты говорила, что мать-то наших детей? А женщиной со мной только была. И то давно. Это правда, Алеша. Где ж правда-то? Какая ж правда? С ним же ты тоже была женщиной? Нет, Алёша. Я не была с ним женщиной. Я хотела быть. Не могла. Я чувствовала, что я пропадаю. Мне нужно было, пусть кто-нибудь будет со мной. Я измучилась вся, и душа моя стала темной. Я уже детей своих не могла любить. Для них, ты знаешь, я все стерплю. Я и костей своих не пожалею. Подожди, подожди. Ты же говоришь, ошиблась в своем этом новом Всеньке, Евсейке-то. Что, будто бы никакой радости от него не получила? Однако, ты же не пропала, не погибла, целая осталась. Я не пропала. Я живу. Значит, и тут ты меня врешь. Где что я, правда? Не знаю. Я мало чего знаю, Леша. Ладно, зато я знаю много. Я пережил больше тебя. Стерва ты, больше ничего. Ну вот я и дома. Войны нет. Ты в самое сердце меня ранила. Ну что ж, живи теперь и с Сенькой,
и сейкой. Ты потеху посмешище сделал из меня. А я тоже человек, а не игрушка. Темно совсем. 3 часа. Правда говорят, баб много, жены одной нет. Где сапоги, Дуба? Я не знаю, Алёш. У печки сушатся. Алёш, прости меня. Он стекло у лампы расставил, а стекол нет нигде. Руку себе порезал. У тебя кровь течет. Возьми полотенце в комоде. Замолчи! Я голоса твоего услышать не могу. А ну, буди детей. Буди сейчас же. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать. Пусть они знают. Мама, можно я к тебе? Спать пора. Чего вы разбудили меня? Дня еще нету. Темно в дворе. Чего вы шумите? И свет зажгли. Спи, Настя, спи. Рано еще, я сама к тебе подойду. И ты, Петруша, ты не вставай, не разговаривай больше. А вы чего говорите? Чего отцу надо? Тебе какое дело, что мне надо? Вот тоже мне сержант еще выискался. А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так какая худая ходит. Картошку без масла ест. А масло Настя отдает. Ты знаешь, что тут мать делала? Чем она тут занималась? Алёша. Я знаю. Я все знаю. Мать по тебе плакала. Тебя ждала. А ты приехал. Она тоже плачет. Ты не знаешь. Ты еще не понимаешь ничего. Тоже мне отросток у нас вырос. Я все дочисто понимаю. Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие. Большую волю ты дома взял, да теперь уж все равно. Живи тут за хозяина. Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был. Вот дядя Харитон тоже на войне был и домой вернулся. Жена Нюта на шофера выучилась ездить, хлеб разводит теперь. А сама добрая, хлеб не ворует. Этот знакомый ее с ордена был. Он без руки, главным служит. В магазине, где по единичкам промтовары выдают. Она дружила с ним и в гости ходила. Ее угощали там. И этот без руки сдружился с Нютой. Стало им житься хорошо. А Харитон на войне жил. Приехал он и стал ругаться с Нютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест. Анюта плачет, не ест ничего. Ругался и уморился. Не стал он больше Анюту мучить. И сказал ей: что, у тебя только один без руки был? Ты дура, баба. У меня без тебя и Глашка была, и Опроська была, и тезка твоя Нюшка была, и Магдалинка на добавок была. А теперь они живут смирно, по-хорошему. Только обманул Харитон свою Анюту. Никого у нее не было. Ни Глашки не было, ни Нюшки не было, ни Опроськи не было, ни Магдалинки на добавок не было. Солдат, сын Отечества, ему некогда по-дурацки жить. Его сердце против неприятеля лежит. Это он нарочно напугал Анюту. Чего ты там городишь? Спи лучше, завтра рано вставать. А вы мне тоже спать не давали. Светать еще не скоро будет. Ложись спать, отец, и потушите свет. Чего огонь коптит без стекла? Mm-hmm.
присоединяйся. Ну-ну. А мадьярки очень обходительные. Серьги в ушах, браслетами позвякивают, зазывают. Цыгане они, что ли? Кровь-то у них одна. Ну что, будем еще раз здоровы. Пусть теперь она живет по-своему, а я буду жить по-своему. Улыбнитесь. Улыбнитесь, улыбнитесь. Улыбнитесь, улыбнитесь. А ты говорила, я тебя забуду. А я вот к тебе еду. Навсегда. Огневой поддержки не найдется? Извини. Авария? Понимаю. Куда едешь-то? К невесте. Что, ты в женихах засиделся? Хотя я тоже холостой. Надо было мне мадьярку привезти. Прошлась бы. Вот бы я всех наудивлял. Слушай, давай выпьем за мадьярок. И в их лице за все освобожденные народы Европы. И за твою невесту, и... Как ее зовут? А? Маша. Плохо, что я много старше ее. Но, однако, там видно будет, как она получится. Ну, будь здоров, брат. Счастливо тебе. Ну, давай. Положи на место. Где мать-то? На работу ушла? На работу. А отец куда делся? Он взял свой мешок? Он взял свой мешок. А что он тебе говорил? Он не говорил. Он мне поцеловал в рот и в глазки. Так-так. Давай, Спун, дайте умой, почище одену. Мы с тобой на улицу пойдем. Компанию в пульку не составите? Товарищ капитан, не мечтайте. Так и выпасть можно.